Несказанно вам сегодня повезло, потому что у вас есть возможность поучаствовать в акции «Держи» и выиграть весомый подарок абсолютно бесплатно. Весомые подарки «Сигма» вместе с торговым центром «Солнечный» раздают вторую неделю. Все, что требуется от участников – удержать увесистый мешок. Для мужчин это 5 килограммов, для женщин – 3. Ноги на ширине плеч, рука прямо перед собой. Назад, вперед, бок, отклоняться нельзя. Кто дольше всех выдержит, то, соответственно, заберет подарок от наших партнеров. Думаете, легко? И да, и нет, говорят участники. Пакеты с продуктами они из магазинов каждый день и потяжелее носят. Правда, не на выдержку. А тут рука предательски дрожать начинала уже через минуту-другую. Причем неожиданно для владельца. Спасибо за то, что организовали такое мероприятие в городе. Итак, это всегда весело, да, здорово. Спасибо большое. Как думаете, почему именно вам удалось додержать до конца? Новогодний стол. Что? Тренировки и все. Чем вы занимаетесь? Где тренируетесь? Это шоколад. Спортзал. Легкая атлетика, бег. А побороться за подарки стоит. Сертификаты на массаж, ювелирные украшения, мед, парфюм, косметику, одежду и не только. Генеральный партнер акции, торговый центр «Солнечный», щедро наполнил сюрпризами пакеты «Сигмы». Но не сдается. Она говорит, я не могу, но не сдается. Вот это рвение к победе! Рука прямо, прямо, девочки, ручку выпрямили. Зажать! Ты представляешь? У нас есть победитель! Девочка, спасибо, мне кажется, я на жалость надавила, что я старая, пока не пожалею. В Новый Уренгой Людмила прилетела утром из Москвы, ездила туда на финал главного добровольческого форума страны. Дальше поездка в Таркасале домой. Форум был отличный. И вот целый день на форуме, в ночь ехать, 2 часа только поспать в самолете, потому что пока летаешь, пока это. Ноги устали, руки устали, там же везде же асфальт не возьмешь. А тут уже из рук отстоят. Ну, Новый год, что? Хорошо. Развлекательная программа проходит весело и задорно. И для участников, и для зрителей. В перерывах между розыгрышем основных подарков Дед Мороз и Снегурочка проводят для гостей «Солнечного» конкурсы. Например, предлагают навертеть снеговиков из воздушных шариков или отгадать вес сладкого подарка. Суть в чем? Кто окажется в числовом значении ближе к весу, настоящему весу этого мешка, тот, соответственно, вечером будет пить чай с конфетками. Ну, сколько? Наверное, 2600. 2600. Какие ваши варианты? Два с половиной принимается. Два с половиной. 1,6. Килограмм 200. Килограмм 200. Еще есть желающие? Давай. Варианты. Кило 900. 1650. Меньше. Дальше. Мужчине вот. 1630. 1630. Да. Атмосфера розыгрыша призов настолько захватывает, что, поиграв в одном конкурсе, участники пробуют свои силы еще и еще в других. Не смейся. Помни. Толстошейки, сладкоежка. Толстошейки, сладкоежка. Отлично идет. Просто вот. Зима вообще. Как вам подарки? У меня слов нет. Мне тяжело, я до этого участвовала, 5 килограмм держала. Прошлый раз, 1 декабря. Удержали? Да, я выиграла. Принять участие в акции «Держи» могут новоуренгойцы старше 16 лет. Для этого нужно прийти в «Солнечный» в четверг. Конкурсы проходят у главной елки в час дня. Отклик от горожан на мероприятие самый позитивный. Все равно же и взрослые люди, мы хотим праздника, праздничное настроение, чтобы вот прийти в детство, вернуться в детство, вспомнить вот это все, вот такую атмосферу. Получили такую атмосферу? Да, очень. Обнимашки с Дедом Морозом, за Снегурочкой. Мария Яновская, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для Нур-24.